Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Учебник Rainbow English автора Афанасьева, Unit 4, часть 4, Step 4, шаг 4, Exercise 9, упражнение 9. Write their opposites. Напишите их противоположности, да, или напишите их антонимы. У нас есть с вами слова, давайте мы прочитаем их и переведем. И напишем. One, happy, счастливый. Two, old, старый. Three, small, маленький. Four, pleasant, приятный. Five, cloudy, облачный. Six, uncomfortable, неудобный, некомфортный. Seven, uninterested, неинтересный. Eight, unfriendly, недружелюбный. Nine, untidy, неряшливый. Ten, unhealthy, нездоровый. И давайте теперь разбирать каждое слово. One, happy, счастливый. К нему будет антоним unhappy, несчастливый, да, несчастный. Two, old, старый. Young, молодой, противоположное слово. Small, three, small, маленький. Big, большой. Four, pleasant, приятный, и неприятный будет unpleasant, мы видим. Five, cloudy, облачный, то можно сказать чистый, да, чистое небо. Clear, чистый. Uncomfortable, неуютный, некомфортный. Comfortable, удобный. Uninterested, неинтересный. Interested, заинтересованный. Unfriendly, недружелюбный. И антоним к этому слову friendly, дружелюбный. Untidy, неряшливый. Tidy, аккуратный. И unhealthy, нездоровый. И антоним к этому слову чудесное слово healthy, здоровый. Мы с вами прочитали, сделали наши opposites. И на этом все. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались какие-то вопросы, то оставляйте их в комментариях к этому видео.